Как ухаживать за азалиями? Вы узнаете, нужна ли азалии пересадка после покупки? Как правильно провести антистрессовый уход? 5 проверенных процедур. Один из важных советов по уходу за азалиями – правильное размещение после покупки. Новое растение в доме традиционно перемещают в карантинную зону, подальше от других цветов. После периода адаптации проверяют состояние, осматривают листья и побеги, прикорневую зону, отмечают общее состояние развития. Если цветок здоров, следует основным правилам, как ухаживать за азалиями. Нужна ли азалии пересадка после покупки? После покупки цветущую азалию не пересаживают, ждут, пока цветет. Если растение начало активно сбрасывать бутоны после покупки, скорее всего, испытало стресс. Используйте стандартный антистрессовый уход. Первое. Не вынимайте азалию первые 2 дня из упаковки. Пленка, декоративные элементы сохраните. Второе. Проверьте влажность земли. Если сухая, можно долить немного воды в поддон, а остатки слить. Третье. Подстройте температуру влажности плюс 18 градусов. Умеренная влажность. Третье. Подстройте температуру воздуха плюс 18 градусов при умеренной влажности. С каждым днем повышайте влажность, опрыскивая воздух вокруг азалии, но не направляя на цветок. Пятое. Через неделю введите опрыскивание антистрессовыми препаратами – фитоспорин, эпин, циркон. После адаптации азалия станет крепче и не будет реагировать на мельчайшие изменения микроклимата в доме. Можно сосредоточиться на базовом уходе за азалией. Когда пересаживать из магазинного горшка? В зимний период в состоянии покоя. Как ухаживать за азалиями? Температура. После адаптации в комнатной температуре понижаются показатели 15-19 градусов. Растение привыкло к прохладной среде. Зимняя температура не выше 10 градусов, а вот для закладки бутонов понадобится 12 градусов. Повторяйте цикличный уход, ориентируйтесь по этим показателям. Освещение. Азалия – теневыносливый цветок, предпочитает слабо освещенные места, рассеянные солнечные лучи, к примеру, восточная, западная, северо-западная зона. На южных подоконниках выгорают листья. Для цветения необходимо повышать объемы и менять место размещения с февраля – восточная ориентация. Влажность. При относительно пониженной температуре азалия любит повышенную влажность воздуха, поэтому постоянное опрыскивание, особенно весенне-летний период, подходит для цветка. Чтобы понять, как правильно повышать влажность, представьте, что создаете водную дымку, легкий туман вокруг, но не направляйте струю на листья. Опрыскивание азалии в летний период снимает стресс от жары и понижает температуру на 3 градуса. Подкормки. Азалия растет в кислых грунтах. Почвенная смесь состоит из рыхловатой хвойной земли, две части с добавлением равных частей песка и мха. Подкормки вносят в начале весны и под пересадку. Удобрение. Азалия от Сада Чудес. Для азалий от Бона Форте. Минеральный комплекс с пониженным содержанием азота. Унифлор Бутон. Частота подкормок по 1 разу в месяц до появления соцветий. Под пересадку проводят 1 раз. Пересадка. Первое перемещение проводят после окончания цветения. Покупную азалию наконец обновляют, освобождают от магазинного субстрата. Техника пересадки проста. Перевалить растение с корневым комом из горшка на газету, частично убрать комья из земли, поместить в новый грунт. Обрезка. Процедуру не совмещают с пересадкой, а проводят отдельным курсом ранней весной или в конце цветения. Удаляются только сухие, отжившие себе побеги, а также листья и бутоны, которые все еще сохранились на кусте. По несколько раз в 3 года можно повторять оформление кроны. Полив. Увлажняют поддон или по ободку горшка по 1 разу в 3-4 дня для летнего периода. Можно подпитывать влагой через опрыскивание, чтобы не залить корневище азалии. Для увлажнения используют талую воду на 1-2 градуса ниже комнатной температуры. Через 2 часа после процедуры скопившейся в поддоне воду слить. Пишите в комментариях, как вы ухаживаете за азалиями.